Эстафету добрых дел подхватили и школьники. Они наполнили корзину добра, собрали канцтовары и моющие средства для малоимущих семей и приезжих из Украины. В 18-й школе побывала наша съемочная группа. Тетради, альбомы, стиральный порошок и многое другое. Уже на второй день акции коробки наполнены доверху. Буквально на каждой перемене подходили желающие помочь тем, кто в этом нуждается. Активны все – и педагоги, и ученики. К слову, только в этой школе учатся трое детей из Украины. Именно такие качества – взаимовыручка, добро, они сейчас в наше время очень необходимы. И мы хотим, чтобы и ребята из малоимущих семей, и ребята из Украины чувствовали себя очень уверенно в стенах наших школ. Волонтеры Победы. Они посещают на дому ветеранов, стараются поздравить их с праздниками, с удовольствием слушают и пересказывают истории фронтовиков, учат толерантности и призывают к доброте и милосердию своих младших товарищей. Мы показывали им презентацию, наглядно приводили примеры, как нужно относиться к людям. Я развиваюсь в этом плане, и я также учу младших ребят, потому что надо быть добрыми, отзывчивыми, и мне для себя это самое приятное. Мы посещали начальные классы нашей школы. Повлияло на детей это очень здорово, так как сейчас может каждый любой подойти и положить свою вещь. Ящики чуть ли не полностью наполнены вещами для малоимущих семей и людей, которые прибыли нам с Украины, так как они оставили там все свои вещи, и чтобы они чувствовали себя увереннее и комфортнее. Весенняя неделя добра – традиционная акция в школах. В планах экологические акции, конкурсы, классные часы и тематические просмотры мультфильмов. Посетят и приют для животных, подготовив предварительно угощения для кошек и собак. Елена Росланова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.